ранним утром состоялась атака, по предварительной, опять же, версии беспилотных летательных аппаратов. Вот, к сожалению, результативная. Работа была сразу же организована силами Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ночью встал просто, пошел на кухню, услышал хлопок легкий. Думал, ну, наверное, как всегда ПВО сработало. Лег спать, а утром уже в новостях увидел все оставшееся. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.